замечательной американской розой, которую в подарок для Мелании Трамп создала Светлана Сапигина. Светлана вообще обладает совершенно уникальной способностью создавать цветы для первых леди государства. То есть мы уже дарили с помощью нее розу Наине Иосифовне Ельциной, это была уральская роза. Она дарила букет Кейт Миддлтон, это был повтор свадебного букета. Специально человек ездил в Лондон, вручал Кейт Миддлтон, получил все, что полагается от британского королевского двора за такие радости. И вот теперь... Причем это все вот совершенно по вдохновению сделано, не потому что вот хотелось какого-то бешеного пиара, хотя он сейчас пойдет, или чего, а просто вот действительно человеку понравилось, как выглядит Мелания Трамп. Но, кстати, всем она понравилась на инаугурации, все обратили внимание на красивое голубое платье. Вы сейчас похожи. Да, значит, и лицо у нее такое мирорусское, во всяком случае славянское. В общем, как-то и вот Света почувствовала тоже какую-то родственную душу, и за кратчайший срок, потому что вот такого рода розы делать, как вы понимаете, это очень сложно. То есть где-то около месяца обычно уходит на создание вот такой вот действительно ювелирной вещи. Она очень тяжелая, это полкило практически жемчуга хрустального Сваровски, 700 грамм, даже больше, и рубки и так далее. То есть это адовый труд на самом деле. Вот, хотя Светлана умеет использовать различные приспособления, сегодня она небольшой мастер-класс для всех желающих проведет и покажет, как вообще все это делается. Вот, Светлана безумно популярна в мире бисера во всем мире. Она выпустила уже 2 грандиозных альбома с московским издательством, так что весь Москва и Питер завалены ее книгами. Вот, причем тиражи совсем не наши. И самое главное, что она создает свои собственные модели, в то время как очень многие просто по моделям что-то делают, то Светлана, она мало того, что она создает собственные модели, придумывает вот эти совершенно уникальные формы и постоянно еще создает новые технологии, потому что вот вплести вот эти вот жемчужинки, это пришлось изобретать очередную новую технологию, она была благополучно изобрета. И идею подал Дмитрий, ее супруг. Дмитрий, супруг, иди сюда поближе.